не кофе с молоком и сахаром. Доброе утро и хорошего дня. Всем привет, добро пожаловать на канал, в новый влог. У нас утро, но не раннее, уже время. Время, часы, где мои часы? Часов 10 где-то. Жара, сегодня будет жара. Я даже не крашусь, потому что, ну, когда жара, я не крашусь. Кожа должна отдыхать. Зачем ее и так перегружать косметикой, когда такая жара? Так, я еще не проснулась. Вот это вот перемена времени, и еще здесь светает рассвет в 4 утра. А у меня еще биологические часы мои работают. Как только солнышко встает, я начинаю просыпаться. Хоть там жалюзи опущены, но я сплю здесь с очками для сна. Все, мой организм начинает просыпаться. И получается, я всегда просыпаюсь полпятого, в пять. Это для меня еще рано, конечно, когда мы ложимся еще... Сколько мы вчера легли-то? 12, наверное. Вот, и у меня недосып. Вот уже сколько времени. Саша говорит, приедешь домой, дома поспишь. Ну да, дома-то я посплю. Начинаем новый день. Я вам всем желаю отличного дня, хорошего настроения, ну и приятного просмотра. Сегодня, что у нас сегодня по планам? Сегодня мы должны сходить в ветаптеку. Саше нужно купить там медикаменты для голубей, для курей. Ветаптека, в аптеку попасть нужно будет. Кое-что у меня там по списку есть, подкупить медикаменты. Ну и так погулять по городу. Поэтому мы хотим с утра... Хотели с утра пораньше, но теперь как получилось, пока не так жарко. Хотя уже тридцатник стоит. Ладно, пойду я собираться, завтракать и в путь. Ну и вас возьмем с собой. Немножко поснимаю город. Ну и так. Да. Все, пошла я собираться. Спать хочу. Не могу сконцентрироваться. Хочу спать. Может быть, в обед придем, поспим. Как раз самое пекло будет. Солнце такое печет, ну, как яркое такое, что не могу открыть глаза. Только в очках нужно ходить. Детки вон еще катаются с утра пораньше на игровых площадках, пока нет такой жары. И потом вечером здесь детвора, шум, гам, писки-визги. С животными все гуляют, когда жара спадет. Ну, я вам все это покажу потом. Все, пошла я собираться. Завтракать я буду творог и банан. Соскучилась уже по творогу. Здесь очень вкусный домашний творог. Всем приятного аппетита. И мне тоже приятного аппетита.
заехали квас попить. Жара на улице плюс 36. Плюс 36, время 12 дня. Вот, заехали квас попить. И пойдем дальше гулять. Ваше пиво, Александр. Давай. Дзинь. Помашите ручкой. Вас снимает скрытая камера. Неужели я на месте? Ой, жара вообще невыносимая. Особенно в городе. В деревне хоть там ветер дует, обдувает. А в городе вообще дышать нечем. Поток машин, да? Еще и пыль вот эта. Сейчас квасик попьем и домой поедем. Там, да, вот белый. Мы в пивной, если что. Пивоварни. Пивоварни, да. Извиняюсь, пивоварни. Квас вкусный. Как пиво. Квас не берите, если у вас здесь, наверное. Что там? Слышь, меня варит. Саша пиво покупает. И название снизу, пиво делают. Название? Не видно здесь. Ну вот сколько ассортимент. Ну ассортимент большой, да, пиво. Ну вот сейчас вызываю Яндекс такси. Вот едет за нами Яндекс шофер Федор. Федор, не Федя. 3 минуты и будет на месте. Ждем. Ждем. На улице плюс 36. Сейчас подъедет Федот. Осталась 1 минута. Серый Шевроле. Номер. Все стоит. Тут не видно. Тут не видно. Ромчик! Thank you.
поспали, поели. Не, мы поспали так хорошо, отдохнули. Вот. Жара спала. Как поели? Мы не ели, мы идем кушать. Я не говорю, что мы поели, мы поспали. Видишь, поспали, поели. У меня какая новая футболочка. Это мне от Риты подарок. Смотри. Ритусик, спасибо. Покажи, какая у меня футболочка. Вот такая у меня новая футболочка. Это подарок от Риточки. Рита, тебе спасибо. Свалберис. Все? Да. Пошли в тандырно. Мы сейчас идем кушать в тандырно. Да что вы говорите? Хочу это, знаешь, опять этих жареных мант. А я лагман возьму. Они такие вкусные-вкусные. Лагман. И чай облепиховый. А я зеленый. Да, понял? Заказ мы уже оформили, ждем. Говядина, курдюк есть. Не, не хочу курдюк. Печень, да? Вот чай. Да, я уже заказала. Саша заказал себе чайник зеленого чая, а я бокал облепиховый. Саша, что ты здесь заказал? Ну-ка, расскажи. Лагман. Лагман? А это что? Я не знаю. Да. Как это все кушается? Это добавляется все в тарелку? Да, да. А ну-ка, давай, расскажи нам, покажи. Приятного аппетита. Кто с нами кушает? Да. И нам, и вам всем. Я себе не изменяю манты. Ага, значит, это делается так. Вон ложечку возьми, я же тебе приготовила. С баранины. Лагман от шеф-повара. С баранины. Ну? Самое интересное, вот, самое интересное, вот, мясо, мясо. Еще что нам придет? Шашлычок? И чай. Целый чайник чая себе заказал. Зеленого. Угу. Нам уже и чай принесли. Мне облепиховый. Такой вот. А Саша заказал чайничек зеленого чая. В конце шашлычок пришел с баранины. Мы уже чай налили, пьем. Вкусный? Угу. Нежный. Нежный. У-у-у. Хотите узнать цену? Насколько же мы покушали? В тенге будет 5412, а в евро будет примерно 11 евро. От пуза наелись. 5,5 евро. Чай очень вкусный. А, кстати, можно добавить кипяточка еще раз. Бесплатно. Чай очень вкусный. Пойдем. Вот это мы наелись. Саша говорит, от живота. Сейчас пойдем прогуляемся. Сходим в гости. Слушай, мне кажется, я загорела сегодня, пока гуляли по городу. Саш, у меня загар на лице. А ты вообще черный, смотри. Как будто на море был. Я стесняюсь, я краснею. У меня тоже немножко так загар есть. Вот. Сейчас сходим в гости к моей любимой тете. Вам привет. Вы будете смотреть, я знаю. И мы идем к вам в гости. Перед сном прогуляемся. Да? Сходим. Сколько нам туда идти?
Километра два в одну сторону, километра два в другую сторону. Ну, как раз вот намотаем наши километры. Нет, я себя снимаю, себя. В общем, мне тут подарок подошел. Вот, видите, вот эта сумка, вот она. Ага, сейчас, подождите, примерю. Что ж такая тут? Для сумки. Красивые чуть-чуть. Я ничего не говорю. Отчи мои новые. А чучи. Мне кажется, так будет лучше с этим. Не, ну не с котиком, а с распущенными, да, волосами, распущенные. Да. Так. Не тяжелые? Нет, они легкие. Они упругие такие. Да. О, так вообще красиво. Так, такие спасибо. Нейтральные повсю. Да, спасибо, спасибо. Как жарко. Это вот твоя, которая заказ. Ага. Только это... В общем, у нас пошла продукция Эйва. Да, только это не водичка, а туалетная вода. То есть порядок. Мне нравится этот аромат. Кто Эйван понимает, да? Тот в теме. Да, тот в теме, да. Сейчас. Куда ты тоже красиво. А, для этого? Лечебные, да. А это с мерцающим эффектом для тела. Когда помоешься. О, запах моря. Угу. Ну, хочу на море. Он стоящий. Ну, же видишь, туалетка. Не было это, как ее, твоей. Лосьон, да, вот для тела водичка. Ну, это, о, этот круче. О, да, этот круче. Так, вот все. Кремушек для рук. Это вот тебе этот, который тебе говорила, пепельный. А, оттенок бальзам дорогой для, бренд, да, там какой-то для русых волос. Вот. Да. Будем все пробовать. Так. И вот это... Ой, извиняюсь. Вы мою подставку убрали. Сумочка. Вот такая вот сумочка. Это тоже от Эйвен, да? Да. Ну, я тебе говорю, вот вместо этой пижамки. Это круче. Ну да. Это круче. Так, ладно. Все. Мама говорила, ничего не надо. Вот. Это лосьон для тела, да? Вот, этот. Вот еще один с крестом. С крестом? Лечебный. Ну да, крем. Вот этот мне очень понравился. Лечебный, крем, да. Классный. Для рук. 24 часа. Это лосьон для тела. Для тела, да. Это с мерцающим эффектом. Простой, по-моему. По-моему. Это с мерцающим эффектом. Я, знаете, когда буду наносить? Когда буду на море, загорю. Будет Нет, красиво. Он тоже с мерцающим. Будет красиво, да? Буду идти на загорелое где тело. Где это перевести? Мерцающий эффект будет так. По-моему, крем тоже смертный, ночной это. Крем ночной. Понюхай, как пахнет. Крем ночной. Это лосьон крем для тела. Ага, вкусно. Вкусно пахнет. Сидим тут, нюхаем, дегустируем. Куда я столько? У меня в чемодане столько места нету. Это вот Санечке. Санечка, тебе тут парфюмчик подошел. Ты говоришь, надо к тетюле попасть, парфюмчиком обзавестись. Мужской. Ну, это уж хороший этот. Древесный. Да. Ну, вообще вкусно. Ну, это ты... Так, и вот это уже для него вот этот. А, вот это лимонный, для, да. Для мужчин, да? Да, лимонный. Ну, можно и для женщин, но вот такой. Лимонный. Лимонный, да. Да, как будто лимон выдавили. Вот этот, не знаю, тоже. Это тоже шампунь. Это для тебя. Это для меня. Что было? О, как вкусно пахнет. Вот мне еще патчи тетя Оля подарила с авокадо. В общем, буду экспериментировать, пробовать. Да. С завтрашнего дня прям начну патчами пользоваться. Все, мы домой идем. Время вечер, так хорошо, прохладненько. Сколько время? 9:30. На улице еще светло. Ладненько, буду я уже заканчивать наш влог. Надеюсь, вам было с нами интересно. Если да, пишите ваши комментарии, ставьте пальчики вверх. И увидимся уже с вами в следующем видео. Скажи всем пока и до новых встреч. Пока-пока. Ага.